К состоянию нескольких пляжей на Мамайке у градоначальника возникли определенные претензии. Где-то нужно освободить проходы, а где-то и вовсе убрать объекты, установленные с нарушением. Необходимо навести порядок и на стройках, ведущихся в прибрежной зоне. Мы ставим задачу в этом году действительно, чтобы все до единого пляжные территории соответствовали самым высоким оценкам качества. Мы видим и другая задача, что городская среда буквально перед подходами к пляжным территориям не очень ухожена из-за строек. Все вот строительные объекты должны быть законсервированы. Естественно, что территории, прилегающие к ним, должны быть благоустроены и радовать глаз наших отдыхающих. Впрочем, еще несколько лет назад на пляже санатория «Фазотрон» практически не было береговой полосы. За зимний период ее вымывало. В этом году арендаторы завезли больше галечного камня и провели отсыпку территорий. Завезли много, хорошо завезли. Но планировать нужно туда, чтобы он пошире был. Но даже то, что сделано сегодня, оценили и гости курорта, и местные жители, которые помнят, в каком состоянии эти пляжи были до нынешнего сезона. В отвратительном, в очень плохом. Сейчас это чудо. Я чувствую, вот я, как будто я нахожусь в Европе. На исправление всех недочетов, в частности на пляжных территориях, глава города дал неделю. Усилить работу необходимо и в части благоустройства и санитарного состояния микрорайона Мамайка. Рената Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.